Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 176. Почтовый голубь должен доставить донесение на расстояние 130 км. Скорость голубя 50 км в час. Успеет ли голубь доставить это донесение? Пункт А за 2 часа и пункт Б за 3 часа. Ну и чтобы ответить на поставленный вопрос, давайте выясним, сколько же километров пролетит голубь за 2 часа со скоростью 50 км в час. Чтобы это узнать, нужно время умножить на скорость. То есть первое действие давайте обозначим. Если мы 50 умножим на 2, то у нас получится 100 километров. То есть 100 километров пролетит голубь за 2 часа. А нам нужно, чтобы голубь пролетел не менее 130 километров. Поэтому за 2 часа голубь не успеет доставить донесение. И пункт Б. За 3 часа успеет ли голубь доставить это донесение. И давайте узнаем, сколько за 3 часа голубь может пролететь километров. Для этого 3 мы умножим на 50. Получаем 150 километров. Это расстояние, которое голубь пролетит за 3 часа. Ну, а так как 150 больше, чем 130 километров, то есть то расстояние, которое может голубь пролететь за 3 часа больше, чем то расстояние, которое нужно голубе пролететь, то, соответственно, за 3 часа голубь успеет доставить донесение. Ну, в общем-то, мы и решили с вами 176-е задание. Ну, а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.